Ах да, почему-то я сегодня такой добрый. Ну, с утра, блин, это приехали люди смотреть, короче, заимку. Водил показывал. И вот они ходят с умным видом, там все нюхают, чупают, фотки делают, американцы. Ага. И это, вот у тебя, говорит, тут утечка какая-то, вся стена мокрая, я побежал внутрь, а там действительно сволочь один, блин, кран лопнул, скотина такая, блин. От стиральной машинки, которой мы уже 5 лет не пользуемся. Ну, он был в закрытом положении, видимо, несколько капель воды попало и хватило бронза, блин. Я собака запаял так хорошо, красиво, прямо как маму родную поставила, она опять, блин, елки-палки. Ну, полдня, короче, потерял, вылечил. Ага, из соплей опять что-то собрал там. Ну, и потом так, все мне планы испортило. Ну, потом 2 инкубатора, короче, у нас это на подходе. Мы это переворачивать перестаем яйца, короче, и разложили их, и влажность повышаем. И потом я все-таки это умудрился, добрался, значит, вы помните, вот эти шайтан, черные вот эти бревнышки, да? Я одно кинул на пилу, и видите, он наверху лежит, такая прожилина. Не то, что 4 на 4, а получил где-то 4 на 8. А думаю, а что я буду с краешков опиливать, правильно? Только с двух сторон, короче, низ и верх, чтобы были плоские. Ну, я очень довольная. Недовольная тем, что пила-то у меня короткая, да, и вот это бревно допилишь до больше половины, 3/4, и потом надо останавливаться и там химичить все, отсоединять, перетаскивать, переталкивать дальше, и пиле больно делаешь, короче, и мазохизм такой. Я сказал, не, больше джигит такое делать не будет. Теперь следующий проект, короче, пацаны, пила перебрасывать надо вот на этот прицеп, блин. На прицепе уже там, видите, живет такая железка, удлиняя полозья, это, короче, это будет пила более длинная такая пилорама, и смогу, значит, вот эти длинные, улыбаючись так от начала и до конца пилякать. Вот такой вот будет следующий проект. Но пока надо сейчас это, воду уже открыл на заимке, надо хватать, короче, этот самый, блин, образец и бежать в эти санэпидстанции отвезти. Так что отправим тетю Олю на большую землю, а сами будем здесь дурака валять. Дождь небольшой такой, гроза, и град был. Ну, если еще немножко, то грибочкам хватит. Короче, надеемся, что это будет грибной сезон. Самую главную новость я вам не рассказал, пацаны. Тетя Оля шашлыки там жарит. Шашлыки, представляете, блин. Ну, дядя Вова дровишки порубил, мангал растопил. И теперь шашлыки там жарятся. А грибочки, пацаны, вот эти пипеночки, да, и с этими, с лисичками, и с лучком, и с маслицем, ну просто бляха-муха застрелиться. Очень вкусно. Сегодня хочу показать вам глупых буржуев. Ходят, не сидится им, мусор собирают вдоль трассы. Ну оставь, ну что ты, Бог положил это, значит так надо, блин. Нет, блин, жития с ними нету, блин, хоть бы товарищ Путин их, блин, демусоризировал, блин. Пацаны, пила пропал. Лесопилка мой исчез. Наверное, приходил товарищ Путин и сделал делесопилизацию. Шучу я. Это я такой гений. Смотри, что я сделал. Я, короче, постамент этот взял и сюда так выдвинул. И потом ее выкатил. И потом бобка там зацепил и снял и поставил тудой. А вот это вот потом прицепчиком подъехал, вот эту адоробло поставил на прицепчик. А потом прицепчик сюда загнал. И теперь в другой части адоробло к нему прикручиваю. И сейчас подошла пора ставить на домкраты. Есть полный бочка такой ящик, значит, домкратами всякими. Сейчас мы их достанем от Тедова и поддомкратим эту херовину. А потом начнем выравнивать. Не гуди там, блин, репортаж снимаем, Япона мама. Всегда перегрузят пикапы, блин, а что мост визжит, блин. Ёлки-палки, Путина нету на вас. Ага. Он вообще херанулся, да, по-моему, ваш чувак, блин. Да вообще и все россияне тоже, блин, как будто белины обожрались. Так, ну, блин, это, ну, слегка муторный такой, знаете, процесс. Надо все хорошо выравнивать. И слева направо, и справа налево, и сикость-накость. И даже вот на стыках бывает, где вот эти рельсы сходятся. Чуть-чуть там микронный зазор, и уже это... Тык-тык-тык-тык, это слышишь, блин, и это сказывается, может быть, на качестве пиломатериала. Горбыль будет, может, некачественный, блин. А коммунистам грабыж надо делать из качественного материала. Птички лазят везде, вообще столько интересного всякого, пацаны, а я что-то ничего не снимаю. Ну, короче, продолжаем работать, а там дальше видно будет. Что-то, пацаны, какие-то маневры, блин, а? Вертолета гудела.
Самолета летает. Это же не водовоз, а? Что-то тяжело идет, блин. К дождю, наверное. Не, серьезно, я опасаюсь, может, пожар где-то, блин, потому что... Ну да, бляха-муха, вон дым. Япона, мама, блин. А какого хера? Это сейчас дяденьки, блин, это водичку с озера, блин, сповезут и туда плеснут. Пацаны, я это запукался, блин, за все свои объекты страховки платить. Я решил в этом году не платить. Рискнуть. Ну, блин, плакать буду, наверное, весь год. Ну-ка, пойдем залезем сюда на приступочек. Ну, блин, в таких регионах живешь, пожары кругом. Ну, блин, денег у меня нету столько, елки-палки. Там капец, блин. Они, короче, это, я обдудрил их немножечко, это. И там, это, говорю, там один дом, а второй дом давайте подешевше. А еще пару избушечек есть, просто чуть-чуть застрахуем. Ага. А потом вон и как вычислили, что это коммерческие объекты. И то, и сё, и заправки тут, а там вообще, блин, избушки в наём издаются. И они как охерели, сказали, всё, киты, это страховка такой не можем делать. Давай делать другой, суровый, настоящий, коммерческий. А вот на такую у меня как раз денег нету. Тут, блин, еле на водку хватает, блин, на стриптизёрш. А ещё страховки хотят, блин. Чё там, дым нет, блин? Блин, будет буква ЗЮ, блин, там это, блин. Одумайтесь нафиг. Это что, берега попутали, что ли? Это же не Украина, блин. Чё бомбите здесь, блин? Смотрите нафиг, блин, пристрелим вас. Тут у каждого, блин, стволов море. Только ждут, блин, кого бы стрельнуть. Вся Америка, блин, помешанная на стрельбе, блин. Стрелять некого, так они в школах детей и учителей стреляют. Ну, сказать, блин, где есть это хорошие мишени, блин. Нет, так нельзя шутить, наверное, да? А чё, блин, а нахер тогда букву ЗИУ и букву ВИ, блин, рисуете? Мишень же, блин. Что там ещё гудит? Ну, конечно, бомбовозы наши родимые. Давайте, ребята, давайте, блин. Спасайте, блин. Иди, сыночек, и возвращайся с победой домой, блин. Плюхни туда, блин, чтобы все спотухло. Блин, идут наши, идут, блин. Ура, победа за нами. Это ленд-лиз, пацаны. Это Америка посылает лучших бойцов. Давайте, пацаны, давайте, покажите им, сукам, блин. Ишь, блин, шутить вздумали они, блин. Лесочки наши бомбить, а? Дефорестазацию делать нам. Ща, блин. Молодцы, мужики, давайте, тушите, блин. Смотри, голубочек белый, мира. Голубь летает, самолетчиком говорит. Молодцы, дяденьки, спасибо вам. Сердечная. Смотри, смотри, заходит на дымарь туда. О, о, васар кинул. Видел, да? Видел, видел? Блин, я, может, зумом не поймал. Смотри. Васар кинул, пошел за следующий парцайка. Сейчас другой пацан подлетит тоже как кинет. Видишь, спокойно заходит. Все, блин. Не по-байрактарски, а с умом все так это. На цель зайдет, плавно пройдет, хорошо сприцелится. Блин, отсвечивает все, пацаны. А то бы я бы это зазумил бы. Давай, мужик, не забудь вот так. Вага, а то я думал, может, забудет отсек открыть водяной. Так, а тот кружится, смотрит, что надо еще васар или не надо. Вези еще, блин, озера полные нафиг. Столько снегу было, блин. Вези, братан, поливай, блин. Грибы будут расти хоть. Пацан, осторожно, смотри, за деревья не зацепись. Поднимайся, давай, высоту набирай.
А голубочек летает, думает это его кореша. Все, пацаны пошли домой на базу. Все, хватит на сегодня. Устали. Хочу обойти быстро по периметру. Смотри, первые одуванчики у нас пошли. Ёлки-палки, люди уже там черешню где-то жрут, блин. А у нас только первые одуванчики, блин. И это, деревья только-только некоторые думают распускаться. Хочу обойти быстро по периметру это. Может, рысь где? Что-то все мои эти самые подопечные очень сильно испугались и разбежались. Петухи обычно хорошо вахту держат. Оповещают. Чё с самолетами-то, блин? Потушили, нет? Пошел еще набирать. Они по большому кругу так заходят. Видите, озеро оно длинное такое, 12 миль, 20 километров, но узкое, как река. И они это, с одного конца заходят, чтобы вдоль идти. О, видишь, загрузился и пошел. Ничего, минимум, как минимум 3 самолета, да? Я думал, они домой пошли, а они, видишь, это на большой круг. Там уже второй, слышу, гудит. Меня дочь в прошлом году снимала, как они это, воду набирают. Ну, классно работает. Вот, смотри, второй пошел. Вот такая вот вшивая провинция, казалось бы, да? 1 миллион населения. Видишь, дороги содержат, блин. Авиация любая есть. Никуда не лезут, никого не денационализируют, блин. Когда много пожаров, им, конечно, не до этого, они не могут со всеми справиться, да? Но когда вот так вот сейчас только начинаются первые, они сразу кидают тяжелую артиллерию. Я сегодня весь день работал, как бобик, и это, жарко было, парило очень сильно, казалось, вот-вот гроза, вот-вот. Однажды чуть крапнуло, ну, совсем немножко. Ну, я просто озирался весь день, это, смотришь на эти тучи. Но я не думаю, что вот в полукилометре здесь была гроза. То есть маловероятно, что это от молнии, возгорания. Ну, трудно сказать, от чего. Потому что там нет троп таких. Ну, если где-то пустая бутылка, то солнечные лучи как через увеличительное стекло могли. Вот смотри, смотри, опять заходит. Знаем, будет, наверное, в новостях. Ну, троп там точно нет, а с другой стороны есть хитрые трейлы к озерам. И сегодня гудели эти архаровцы. Мой сосед, у него, блин, квадрик без глушака, его, блин, слышно за 250 километров. Я весь маршрут его слышал. Я думаю, он бегал на Волчье озеро. А где Волчье озеро, там и Северное озеро, а это все, в принципе, почти что в том регионе, но все равно не в том, оно дальше левее. Поэтому шут его знает. Кто спалыв наш лис? Ха! Пацаны продолжают работать, я продолжаю работать, и они продолжают работать, а? Ну... Страна-то у нас небольшая, самолетики тоже небольшие, много воды не наберет, правильно, поэтому потихонечку... Как можем, короче. Не очень крупный, скажем так. Пацаны, я вот смотрю на них, это и вспомнил, блин, это. Недавно российский такой этот генерал мощный решил развлечься, побомбить украинские школы, больницы. И капец ему, короче. Ну, это, посылайте побольше таких генералов, генералиссимов, цесофомовцев, ну, и этих, как там, блин, это, Чомга ваша там, это, блин, это,
охеренные министры, короче. И всех пыню посылайте, блин, дайте ему этот танк, блин, армада там, блин, или Т-72 родной дайте, на котором папа, блин, это барахло из Германии пер, блин, трофейное. Пусть они все, блин, там это сдохнут нафиг, ну чё, блин. И нам приятно, нам всегда так волнительно и приятно, когда какой-нибудь генерал там или какой-нибудь это сволочь сдохнет, блин. Ну, так уж мы устроены всегда, когда фашист какой-то погибает, особенно такой крупного масштаба, то приятно, блин. Ну, очень приятно на душе так становится. Ну, собирайте их всех, отправляйте, блин, своих, блин, генералов шлепнутых. Давай сейчас еще посмотрим, как этот вода бросит, блин. Вот что надо, блин, сбрасывать нафиг. Не бомбы, блин, а водичку, блин. С одного места на другое возишь, и всем приятно, блин, все при деле, блин. Видишь, как красиво. Ну какая же вот падла, блин, это самое пожар там устроила, не знаете, а? Так, летчики летают. Приехала тетя Оля с большой земли, привезла мне аленький цветочек. Клубника, огурцы, помидоры, цветы. У всякие разные вещи. Но самое главное, я теперь крученый, пацаны, смотри, шурупов мне. И вот тут шурупы, блин. Блин, надо, да. Больше, чем на 100 баксов, блин. Это мне понравилось, я кабель упаковал. Старлинковский в такую штуку израсходовал всю, еще прикупили. Так, ну все, пиву я вам говорил, да, что я поставил на место. Блин, я поработал сегодня, я в это самое, блин, очень уставший, короче. Все, давайте будем собирать манатки, все, уже 8 вечера где-то, блин, душ и все, и ноги кверху.